Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это смартфон Samsung Galaxy Z Flip. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве изменить язык клавиатуры и как поменять раскладку. Делается это очень просто. Ну, вначале вам нужно зайти в пункт настройки, затем спуститься вниз до пункта общие настройки, открыть его, затем язык и ввод. Нажимаете экранная клавиатура. Клавиатура, которой вы пользуетесь, Swift Key, либо же клавиатура Samsung, я надеюсь, вы пользуетесь ею. И нажимаете языки и типы, и управление языками ввода. Ну и выбираете, каким языком вы будете пользоваться. Например, английским, русским, может еще там каким-то, не знаю, киргизским. Да, вот, включили эти три языка, ну вот, в принципе, и все, есть у нас эти языки. Языки у нас английский, русский, киргизский. Теперь, когда мы пишем какое-либо сообщение, у нас появились вот такие вот стрелочки возле английской клавиатуры. Мы вот так вот смахиваем клавиатуры очень удивительным и простым образом меняем раскладку. Нажав и удерживая на клавиатуру, вы управляете курсором. Так, давайте покажу, как это работает. Нажимая и удерживая кнопку пробела, вы управляете курсором, получается. Да, это очень удобная функция. Ну, в принципе, и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!